Всем привет! Вы на канале CryptoCommons давненько не виделись. И я хочу вам сказать большой респект. Смотрите, у нас на втором канале CryptoCommons 2.0, где серфи делает переводы зарубежной аналитики для вас, у нас 125 тысяч просмотров на видео с Виталиком Бутериным. Я не знаю, как это возможно. И как бы Виталик Бутерин сам русский, но поскольку он говорит там по-английски, пришлось переводить его на русский обратно. Короче, это круто. Я хочу вам сказать большое спасибо, что вы смотрите. И странно, что те, кто 125 тысяч, кто просмотрел, подписались всего 15. Так что не забудьте подписаться на второй канал. Но поговорим я сегодня хочу с вами не об этом, а поговорить я с вами хочу о том, что в комментариях под видео Кевина Свенсона мнения разделились. И очень много людей, очень много людей, как я вижу, за медвежий рынок. Посмотрите, вот чувак пишет, не можете назвать медвежий рынок, веселые рассуждения, смешные. Вот пишет человек, короче, биткоину, мы в бычьем медвежьем, вот уже медвежий рынок падаем, медвежий рынок, это понятно. Похоже, после этого сезона придется придумывать новое определение рынка. Да, я назвал этот Родео Маркет, потому что реально это больше похоже на Родео, чем на бычий. То есть это, конечно, бык, но с него надо еще не свалиться, умудриться. И козлячий рынок, вот пишут, да, вот мы... Медвежий рынок, вот, мы шли вниз всего три недели, поэтому это бычий рынок, а этого мало, люди уже говорят, три недели подряд, Ким Кардашьян Вест пишет, это вообще-то много, короче, я к тому, что сентимент, вот, в медвежьем, есть ли букмекерская контора, в которой можно поставить на рост или падение битка? Капец, конечно. Ссылки на биржу в описании. Вот, короче, сентимент однозначно, ну, как минимум разделился. А вообще я вижу, что очень многие разуверовали уже в биток. Но, как мы можем видеть из голосования, которое я создал вчера перед сном в Телеграме, 62% за бычий рынок все-таки, 38% за медвежий из 2000 проголосовавших. Кстати, подписывайтесь к нам в Телегу тоже, чтобы не пропускать весь самый важный контент вовремя. Соответственно, тут-то у нас более прошаренные люди сидят, я надеюсь. Ну и тем не менее, конечно же, нас могут свозить еще чуть-чуть ниже, потому что все сейчас ланганут это дно. Теории могут нас запугать и сделать еще одно ложное дно. Но могут и не запугать. Все зависит от количества шартистов и лонгистов, которые соберется. Если шартисты все еще здесь, то сейчас пойдем их сквизить. Если шартисты уже вышли, то возможно сейчас дадут медвежью ловушку, чтобы они зашли снова вот здесь на пробитие якобы дна, но дальше будет по-любому вот так вот, скринте. Грини прям вангует. Не говорит вам то или то. А? Как бы то или то, но по-любому вот туда. Потому что булран не закончен. Теперь смотрите. Опять же, почему я так думаю. Вот давайте взглянем на историю битка и на все вот такие вот такого рода коррекции. Посмотрите, допустим, мы вот здесь тоже падали сильно, да, это было начало медвежьего рынка. Но даже в медвежьем рынке, если бы вы испугались и продали все здесь, это было бы не лучшая точка, потому что мы после этого отросли на, на 100%, чтобы вы понимали, с 6 до 12 тысяч. И то же самое, и потом можно было так что, грубо говоря, можно было дождаться отскока и уже здесь распродаваться, если вы решили. То есть, если вы решили, что сейчас медвежий рынок, таких примеров куча. Даже вот здесь вот глупо было продавать на красных свечах, потому что был отскок. Понимаете? И это в истории битка было очень много раз, если вы посмотрите, даже в медвежьих рынках. Я уж молчу про бычи, когда вы вот здесь все распродали и после этого мы полетели еще выше. Так что даже в медвежьих рынках, о чем я вам сейчас говорю, что вот здесь, вот здесь и вот здесь, продавать не имеет смысла, если вы не на полгода, конечно, будете держать этот шорт. И, и то имеет смысл подождать вот этого отскока и продать вот здесь. Вы не хотите продавать внизу, вы хотите продавать наверху. Поэтому еще раз, если вы верите в то, что медвежий рынок начался вот такой вот странной формой, то хотя бы подождите отскока и продайте где-то вот здесь хотя бы выйдете там в безубыток или во что-то если вы конечно не шортили. если вы шортили, я бы рекомендовал закрывать шорты нахер потому что скоро туземун априори туземун и ну и хочу напомнить кстати что на байбет осталось два дня до конца регистрации в очередном семидневном состязании все что для этого нужно это нажать здесь на кнопку регистрация собственно и иметь на балансе по сумме всех активов 001 BTC то есть я думаю что у многих из вас такие балансы есть можно и в эфире, и в рипле держать, и в USDT, в чем хочешь. Куча призовых мест, как вы видите, до 200-го. И в общем, все, что вам нужно, это продолжать торговать, как вы обычно и торгуете. И крутая тема. Да и что тут скажешь, что глядя на альты, на самом деле все прекрасно. Доминация продолжает сыпаться на недельном хайка нашей таймфрейме. Посмотрите. Отскок доминации, где он там вообще есть? А он как бы уже наполовину зафейлился. Так что, смотрите, может быть, конечно, что-то такое, но в целом глобальная доминация еще будет падать и ниже 30, и ниже 20 куда-нибудь, я думаю. Потому что мы видим, как стреляют и новые альты, с которыми все сложнее, потому что они теханализу еще не поддаются. Но и старые альты мы видим, что в очевидном аптренде к биткоину, даже Dash, который супер-супер сейчас перепродан, находится в восходящем канале уже больше чем полгода. И вот мы только что отбились от нижней границы канала, так что даже скоро пробьет все эти сопротивления, может быть сразу, а может быть чуть позже, и полетит очень-очень круто. Как и многие на самом деле старые альткоины, которые не соскамились. Тот же bitcoin кэш, который, понимаете, его используют все, и кошельки, и биржи, и PayPal, и BitPay, и всякие вот эти штуки. И майнеры китайские, которые чуть что, когда им не выгодно, они тут же переключаются на что? На биткоин кэш, конечно же, не биткоин же SV майнить. Те, которые майнят именно алгоритм битка. Поэтому здесь тоже восходящий тренд. Опять же, эфир классик нам показал себя уже очень хорошо. То есть все, все на самом деле нормально. Все продолжается. Dogecoin сегодня видели, как долбанул? Доджкоин снова вырос выше 1000 Сатоши. Смотрите, но вот Доджкоин все-таки, по моему мнению, вот надо шортить, потому что вот у него честные уровни вот здесь где-то находятся. И я думаю, что он скоро отстреляется и к ним туда придет. Очень-очень быстро начнет туда падать. Вот так, так или так, но суть это не поменяет. Дочькоин шорт, не финансовый совет, дисклеймер. Также хочу вам напомнить, что на бирже Femex кучу всяких ништяков, новых монет добавили, если вы посмотрите вот здесь. В контракт трейдинг добавили кучу альтов, то есть в принципе Femex это уже очень достойная такая квинтэссенция Binance а и Bybit, а, потому что здесь все очень удобно в плане как на Bybit с стопами, с тейк профитами, с ордерами, все на графике перетаскивается, драг н дропается, саб аккаунты, брекет ордеры, хеджирование, все дела. Но при этом на Bybit мало еще монет достаточно, а на Femex уже гораздо больше альтов. Не так много, как на Binance, конечно, но зато хорошая ликвидность и классное удобное мобильное приложение не жрет так сильно батарею. Вот, у меня все еще открыто здесь три сделочки, все в плюсе. Вчера биток был в минусе, сегодня вышел в плюс. Золотом, опять же, можно здесь торговать, хеджироваться. Если вы не знаете, куда пойдет крипта, открывайте лонг по золоту. Не финансовый совет, конечно, но золото по ходу наверх прет серьезки. Не забывайте, что на выходных оно не торгуется, и вы будете просто платить фандинг. Но, тем не менее, вот по лайтку у меня здесь очень хороший лонг открыт. Я думаю, что буду его держать. На просадке по 128 купил. Сейчас 184, ликвидация 8,5 долларов держу. Вот. Так что биржа Femex, ссылка в описании. Обязательно зарегистрируйтесь на ней, если вы еще этого не сделали. Так, что тут еще скажешь? На самом деле, скоро выйду к вам с более подробным лайвстримчиком. Не знаю, сегодня вечером или завтра. Только вернулся с Байкала, сейчас разруливаю дела в офлайне всякие. Так выглядит все очень прилично, еще раз говорю. Доджкоин даже попер, вот как бы выносить шортил. И вся альтуха тоже зеленая, посмотрите. И биток сейчас, вероятнее всего, будет очень хороший отскок, потому что всех уже вытряхнули, плетом поморили. Но насчет глобального тузымуна я не обещаю, что он будет прямо сейчас. Понимаете, мы можем вступить сейчас в фазу консолидации на лето. Какой-нибудь вот такой. Перед продолжением уже движения наверх. Спокойно можем себе. И будет даже лучше, если мы достигнем своего пика бычьего рынка. Даже не в этом году, а в следующем, например как вангует Бенджамин Коэн тот же, потому что тогда канал логарифмической регрессии наш с вами поднимется выше. Понимаете, какая будет тема? Чем дольше мы будем подниматься к нашему потенциальному пику, тем выше сам пик будет. Посмотрите, смотрите, если он будет в этом году, то он будет на уровне 140-150 тысяч примерно. А если мы будем дольше к нему идти, то он будет уже на уровне 200 или 200 с чем-то тысяч. Так что все нормально, наберитесь терпения. Спекулянтов всех вытряхнут, а нормальные ребята останутся. И желаю вам быть в числе вторых, конечно, а не первых. Ну и напоминаю, что завтра запуск Safe Moon Killer. Проект обещает быть хайповым. Не финансовый сайт дисклеймер, естественно. Не рискуйте больше, чем вы можете рисковать. Но а-ля баксов 200 вкинуть в эту штуку, если они у вас есть свободные. Вполне себе возможно. И не жадничать, срубать сразу иксы и выходить. Вот сайт проекта, telegram чат Ссылку добавлю. Проект обещает быть нормальным. То есть типа как SafeMoon, Moon, Safe Хотя бы на первые там неделю-две. Но не пересиживайте в этом говне, ребят. Не забывайте, что это все скам. И как бы последние платят за первых. Поэтому не забудьте выйти, если вы будете в профите. Ну а если потеряете, то будьте к этому готовы, не вините гриню. Виноватый только в зеркале. Это все дисклеймер, не финансовый совет, а просто развлекательный контент. Ну и вот, всем большущего профита. До встречи в следующих видео. Пока. Не забудьте поставить лайк, нажать на колокольчик, подписаться в телегу и на все дела.